Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем проходить Hustle Castle. Давайте посмотрим, чего мы добились. Так, у меня девчата родили детей. И почему-то у них подавленное у всех настроение. Извините, ребята, забыл включить звук. Так, отлично. Да, что-то они у меня кисленькие. Так, ну, посмотрим, какие уровни получили у меня бойцы. Так, 43-й. И 43-й. 43-43. Ну что ж, хорошо. Ребеночек есть. Еще один. Итого у меня 36, да? Ну что ж, довольно неплохо. Так, давайте заберем бревна. Казначеи у меня 10 уровень и 9 получают. Манна. Естественно, у нас дальше идут монетки. Яблочки. О, яблочек у нас очень мало, ребята. Это плохо. И еще один ребенок. Замечательно. Итого 37 жителей у меня. Ну, не считая трех маленьких детей. Так, давайте посмотрим, что у нас можно приобрести, ребята. Денег у меня пока достаточно. Арсенал. Арсенал. Можно, в принципе, его поставить. Как говорится, в тот раз у меня не получилось, но в этот раз он от меня никуда не денется. Будет делаться ровно сутки. Что ж, довольно неплохо. Так, здесь у меня 9 часов 16 минут еще будет готовиться. Так что время есть. 17 часов будет готовиться моя броня. Да, это очень долго, конечно. Так, улыбочки. Ну, переходим на карту и смотрим. Да, орков у меня, к сожалению, нету. Это плохо. Значит, нам придется, наверное, с вами, ребята, просто фармить игроков. Давайте девчат расставим по местам. Нечего им там просто так бродить. Так, иди сюда, родная. Снежана, куда тебя? Куда тебя приткнуть-то, а? Ну, я не знаю. Давай, наверное... Ага, вот сюда ее воткнем, наверное. Пускай учится плотническому ремеслу. Ну и вроде бы как все, да? Всех расставили, все собрали. Денег у нас 266 тысяч. Ну, этого очень мало. Так что придется нам копить... Копить, хотя, ребята, если честно, 9 часов до следующего освобождения, так сказать, работника, в принципе, можно даже здесь особо не напрягаться. Так, Тимофей, куда тебя воткнуть-то, а? Блин, все везде забито. Ладно, тогда, наверное, пускай остается он здесь, ползает, мало ли кого мы еще ему подсунем. Ну так, ребятушки, с вами что насчет подарков? Ага, у меня уже все здесь отправлено, отправить не могу. Ну что же, тогда давайте отдохнем немножечко и увидимся буквально через несколько секундочек. Всем привет, дорогие друзья. Ну что же, продолжаем играть в Hustle Castle. Ёлки ты палки. Что такое? Так, смотрите-ка, у меня 45-й уровень боец. Еще один ребенок. Замечательно. И еще один. Матвей. И Есения. Все, ребята, предел у меня по жителям. Больше я не буду никого плодить. Единственное, что надо будет посмотреть, это какие уровни у моих потом будут детей. Если маленькие, естественно, мы их выгоним и будем все делать заново. Так, казначей. 11 уровень. Дрова забираем. Так, плотник. 6 уровень, да, слабенько. Ну что ж, давайте их опять расставим куда-нибудь. Так, иди, родная, на свое место. Будешь у меня деньги в казну пополнять. Ты тоже сюда же. Так, алхимик у меня там остался, да? Тут, смотрите, 6 часов еще будет арсеналка у меня делаться. Ну, уже не так долго осталось нам ждать. Так что все хорошо, в принципе. Ну, опять на карте орков у нас нет, обидно. Хотел я, конечно, сделать аркофон, но мы с вами сделаем немножко другое. Магическое оружие, давайте, ой-ой-ой, не хватает манны мне, ядрить его на корень. Ладно, для этого что нам понадобится? Лишь пару боев, наверное, я думаю, и мы сможем с вами заработать недостающее количество манны. 14 маловато, 8 тоже мало. Давайте здесь глянем. Тоже 8. Что-то как-то не ахти. И здесь 8 тысяч. Слабовато все. Да что ж такое? Ага, вот здесь 14. Уже что-то. Давайте добавим магию. И отправимся с вами в бой.
Ну что ты, что ты? Вот так, отлично. Так, в заменку ставим. Все, можно, в принципе, нападать. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, нет, на этого у нас нападать не получится, потому что чревато последствиями. Так что давайте искать другого. Ага, вот здесь 17 тысяч. Давайте его глянем. Ну, вот этот, в принципе, вполне сгодится. Хотя у него фиолетовый лучник, но я думаю, все-таки мы должны справиться. Сейчас мы это все увидим с вами. Так, как вы видите, у меня... Оу, у него, елки-палки, а замок-то у него как оснащен. У него уже осьминог тут вовсю. Да, что-то как-то мне не нравится мое положение дел. Осьминог этот постоянно оглушает моего воина, точнее, рогу. Нет, по ходу дела я здесь проиграл. Обидно, конечно, но ничего не поделаешь. Проиграл так проиграл. Это всего лишь игра. Ладно, черт с тобой, победа за тобой, Саша. Минус 22 очка ПВП. Ну, это не так страшно. Все равно я их периодически скидываю. Да-да-да-да, Дональд, я знаю, что замок очень сильный, и я оплошал. Давайте, ребят, поставим лечиться. Кстати, как вы заметили, у меня теперь главнокомандующий Рога. Я ему поставил два кинжала и броню. Опять же, на Рогу все идет. Так, ребята, спасибо вам за подарочки. Очень вам признателен. Это ценю, все отлично. Интересно, я могу вам отправить? Нет, к сожалению, нет, все уже давно отправлено. Давайте вскрывать сундуки и смотреть, что из них выпадет. Ресурсы. Они мне сейчас очень нужны, особенно манна. А ее здесь нету. Ну да ладно. Будем как-то ее так потихоньку набивать. Нам тем более там нужно не так уж и много. Всего лишь 240 манны. Даже можно и на 8000 нападать, я думаю. Ну, пока мы сейчас с вами посмотрим, что здесь почем. Да, жаль, конечно, что я на того братишку напал. Очень много потратил боевых заклинаний магических. Короче, сыграл себе в убыток. Ну, давайте посмотрим, что здесь. Ага, вот это вот уже другой разговор, ребята. Вот на этого мы как раз с вами нападем. Сейчас только мои ребята подлечатся, как говорится, приведут себя в боевую форму. И мы приступим. Так, надо будет мне еще, конечно, моего командира похилить, а то он что-то совсем слабый. Ну, а здесь уже, в принципе, все вылечены. Давай, иди сюда, толстяк. Надо мне еще, ребята, две красные брони где-то добыть, чтобы у меня был, как говорится, боевой комплект красноголовиков. А то как-то желтый и красный не смотрится совсем. Придется немножечко подождать. Бревна. Бревна у меня, ребята, все. Как вы видите, 850 тысяч у меня лимит по ним. Так что все, в принципе, хорошо. Можно будет копить на какую-нибудь глобальную постройку. Алхимик, иди-ка, добывай мне алхимию. Нечего тебе там делать. Ты уже свое получил, как говорится, удовольствие. Теперь пора и поработать. Так, броня будет через 3 часа практически сделана. Я надеюсь, будет что-нибудь хорошее и стоящее. А то как-то... Не айс вкладывать кристаллы, непонятно во что. Ну что же, здесь пока у меня все нормально. Улыбочки забираем. И вроде бы как все. Пока я ничего не смогу сделать, ребята. Так, а, даже не 240, а 215. А здесь 130. Это уже на редкость идет. Ну что же, блин, да что там, кто опять на меня напал, а? Давайте-ка посмотрим. Ага, посетил меня Каспер. Все ему не терпится попугать моих жителей. Давай-давай-давай, изгоняй его. Так, манна 170. 170 тысяч манны. Маловато. Ну что, ребята, мои бойцы в полной боевой готовности. Давайте мы нападем. Это, по-моему, был Бруно, если не ошибаюсь. Нет, не Бруно. Ну вот. Вот его сейчас мы и раздеребаним. Поехали. Думаю, здесь будет бой довольно быстрый, потому что эта броня уже старенькая, как бы не актуальна, и для меня она простенькая. Хотя рогу моего вальнули все-таки. Но, как видите, у него очень мало хп, он шустрый, уворотливый и быстро восстанавливает хп себе. Так, остался только лишь один лучник, который тут уже и падает. Все, отлично, 14 тысяч маны я получаю, и мне, в принципе, наверное, должно хватить.
Хотя, о чем я говорю? 184. Этого еще пока маловато. Ну, а что вообще мы можем с вами здесь сделать? Да. 1 800 000 это уже минимальная ставка по деньгам. Так что, ребята, я думаю, что нам надо немножечко с вами отдохнуть, и мы встретимся чуть-чуть попозже, буквально через несколько секундочек. Так что увидимся, не уходите далеко. Всем привет, ребята. Ну что же, продолжаем с вами играть. На меня нападение было. Так, ну, бойцы, давай показывайте свои уровни. Ёлки-палки, мельтешит, не даешь, чтобы я его поймал. 46-й. И да ядрить тебя на корень. 45-й. О, дети подрастают, ребята. Ну-ка, давайте смотреть, сколько звезд. 2 звезды. Ну, это, конечно же, никуда не годится. Казначей 12 уровень получает у меня. Вот моя долгожданная манна, в принципе, и накопилась. Так, повара растут. Деньжата копятся. Яблок очень мало. Вот и броня, ребята. И что у нас тут? На 39 уровень. Ёлки ты палки, ребята, ну это вообще никуда не годится. Да, меня это расстраивает очень сильно. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Где она, я что-то не могу понять. Что, да это не то. Так, 14 тысяч, да. Да, очень-очень плохая получилась бронька. Хоть и редкая. Я крайне, ребята, недоволен ей. Поэтому давайте мы сделаем так. Как раз у меня хватает на эпический предмет. Давайте создавать с вами магический посох. Я надеюсь, на этот раз что-нибудь хорошее выпадет. 2 суток будет делаться. Ну что ж, девочка моя, давай посмотрим. 5 звезд, вот это хорошо, ребята. Вот это я понимаю. 5 звезд это то, что нам надо. Ну никак не 2. Так, арсенал мы с вами улучшили, так что все хорошо. Орков, как вы заметили, опять у нас на карте нету, и это очень плохо. Матвей, 5 звезд, шикарно. Все практически хорошо, за исключением того, что у меня одна девчонка все-таки с 2 звездами. Но мы ее потом выгоним. Сейчас пока как-то мне даже немножко обидно за это. Собираем здесь все деньги. Ну, вроде бы как все, что мы можем зарядить. Нам надо с вами, ребята, на что-то копить. И я, знаете, что думаю, что это будет, ну, естественно, не арсенал, не магическая мастерская. А, скорее всего, это будет у нас... У нас проблема с яблоком вечно, поэтому я думаю, что мне стоит сделать столовую. В общем, давайте мы с вами накопим определенное количество сумму, а там уже посмотрим. Друзья, спасибо за подарки, я получаю, вам уже отправил... Так что пока мне отправить вам нечего. И что у меня здесь выпадает? Так, ух ты! Булава-дробитель на 48 уровень. Да, жалко, что простой, но тем не менее, по-моему, довольно-таки мощный. Так, 1:23, 2 суток, да, нам придется ждать, ребята. Это, конечно, не ахти. Так, иди сюда, будешь у меня изучать плотническое дело. Яромир. Ну а с вами-то что делать, ребята? Я даже и не знаю. Пелагея. Ну что ж, Пелагея, все, наверное, пора тебя выгонять. Ты уж извини меня, но не получился из тебя хороший воин, так как ты очень слабенькая. Надеюсь, в пустоши тебе будет лучше, и ты найдешь, куда примкнуть себя. Так, ну а мы тем временем, ребятушки... Так, забираем все, потихоньку у нас копится, и потихоньку мы все это собираем. Иди сюда. Ты будешь опять у меня продолжать свою бурную деятельность. Так, ну что мы здесь, например, можем улучшить? Ничего, ребята. И магию мы тоже не можем улучшать. 2 миллиона нужно денег. В принципе, можно было бы накопить, но не в данный момент, ребят. Не в данный момент, потому что... 900, так сказать, тысяч я не насобираю. Тем более, как вы видели, орков у нас нету. Так, давай-ка вот иди сюда ты. А ты у меня пойдешь учить плотническое дело. Вот так мы лучше все это сделаем. Как говорится, пускай алхимик все-таки зарабатывает на манну. Да, вот этот паренек на меня напал. Ну, как он меня...
смог разбить, вот это для меня секрет. Давайте глянем весь этот процесс боя, который был. Так, что-то моего рогу здесь, конечно... вы смотрите, что он делает, ребята. Он делает заморозку. Заморозка, как вы знаете, на 2 секунды обездвиживает все мои войска. Соответственно, они не могут ни похилиться, ни воскресить. Ну, и, естественно, от этого получается эффект того, что мы просто 6 секунд, он 3 раза применил, на 6 секунд вырубил все полностью мои войска. И здесь он, конечно, победил. Ну да, неплохо. И получил он денег неплохо. 195 тысяч с меня поимел. Да... Давненько я таких денег не снимал ни с кого. Ну что же, ладно. Победил так победил, ничего в этом страшного нету. А нам надо, ребята, что-то дальше думать. Давайте будем смотреть кого-нибудь крупненького, жирненького. Тоже зарабатывать обратно свои, как говорится, деньги отбивать. Так, 52, ну как-то слабо, да? А здесь у нас... 26 тысяч, это не котируется, и 49 тоже, и 48. Ну, если сейчас мы не найдем что-нибудь побольше, придется тогда таких брать. Опять 47, 48, кто-то опять у меня в замке напал. Опять эта крыса, уже до колодца мана добралась. Что ей там надо, ума не приложу. Да, а нужно нам 1 800 000, это минимум. Блин, это еще 700 тысяч, грубо говоря, нам нужно заработать, чтоб что-то построить. Тем более у меня два строителя свободные. Строить, как говорится, не хочу. Плюс у меня еще можно прибавить одного жителя. Я надеюсь, эти ребята там быстро со своим делом справятся. И появится у нас маленький ребеночек, который потом вырастет. И я надеюсь, он будет с 5 звездами. Так, эти у меня скоро получат по 46 уровню. Это хорошо. Столовка. Да, с яблоками, конечно, большая проблема. Алхимики, да, долго будут делаться. 11 часов, почти 12. Да. Ну что, вроде бы тут все. Ничего мы с вами сделать здесь не сможем. Арсенал. На что можно в арсенале сделать, а? Ну, например, вот эту вот. Если ее даже ледяная баллиста... Или ядовитая баллиста. Так, отравляет и наносит 720, да? А здесь просто глушает. Ну, а сколько стоит улучшение? Давайте глянем. 800 тысяч золотых и 350 тысяч дерева. Плюс 2 дня будет все это делаться. Довольно жирно как-то получается. Охранный ров. Вот с рвами, ребята, я не знаю, какой лучше, если честно говоря, ставить. Тут 5% 3 секунды действия ядовитого рва. У ледяного рва у нас действие 5 секунд и на 5% снижает атаку. Даже не знаю. Ну, в принципе, ров, я как бы никогда не думал, что от него какой-то там обалденный будет толк. Так что особо на нем не заморачиваюсь. Ну что ж, давайте посмотрим тогда с вами башню лучников. У меня стоит ледянщик. Да, он наносит 100 урона и станет врага. Опять же, у него 800 тысяч золотых и 350 тысяч дерева. Это чтобы его прапать. И опять же, 2 дня. Все очень как-то долго делается. И баллисты. Если я улучшу. Ненамного-то, в принципе, он и повышает урон, если честно, да? А стоит приличных денег. Если я этих денег, ребята, не смогу накопить, то, конечно, был бы смысл ее прапать. Но я считаю так, что мы сможем с вами немножечко отдохнуть, буквально пару секунд, и увидимся в следующей серии. Всем привет, ребята. Ну что же, продолжаем играть в Hustle Castle. Ну, и что у нас тут получает Мария? 2 звезды, да что за непруха, ребята. Ну как так, а? Давай, иди, гуляй, все. Меня это уже, честно говоря, начинает нервировать. Что за подстава? Постоянно двухзвездочные рождаются. Так, казначеи подросли, яблоки мы собрали. С яблоками у нас сейчас проблем нету. Так, тут я выиграл, тут я тоже выиграл. Как говорится, потерь нету, и все у нас хорошо. Мана копится. Так, оу, ребята, сегодня нам фартит.
Аркафон, естественно, Аркафон. Давайте устроим им взбучку. Давненько мы с вами их не крошили. Так, мой Рога наяривает только в путь. Все, отправляет ребят на тот свет, и мы получаем с вами сундук. А орков у нас здесь сегодня много, я посмотрю, так что должно быть весело. Ну и как по старой традиции, ребята, мы сразу действуем без перекуров, напрямую, в атаку, не отхиливаясь, несмотря ни на что. Поехали. Так, ну тут у нас строчка, которая, в принципе, ляжет моментально, даже пикнуть не успеет. Шикарно. Итого у нас уже два сундука, плюс один сундук у меня был. Это уже получается три сундука, и плюс там висит у меня прогресс. Должно быть 4, так оно и есть. Так, отлично. Вот следующий у нас гаденыш, который хочет от нас, естественно, получить сладких люлей. Все, отлично. Даже магию не буду здесь применять, потому что ни к чему. Ну что же, потом мы вскроем, посмотрим, сколько там выпадет нам ресурсов, денег. От этого уже будем дальше плясать, что нам ставить на стройку, как говорится. Так, давайте этого. Но здесь уже побольше, так что... Да, ну, в принципе, чем мы тут волнуемся-то? Раздеребаним всех. Я вот единственное думаю, не пора ли мне Роге, моему главнокомандующему воину, поменять оружие. Все-таки у меня там есть и булава, и меч. Не знаю. Пока, в принципе, как бы справляется. Но это пока. Но по хпшкам он, конечно, вялый. Падает практически от всего. Воин хороший, если ему попадается, он его просто раздеребанивает. Ловкость даже не спасает. Так, давайте, орки, падайте. Мне надо как можно скорее вас всех забомбить. Я хочу получить уже сундучки и как можно скорее их вскрыть. В надежде на то, что выпадет какой-нибудь шмот хороший. Только лишь для этого я вас бомблю. Ну что ж, давайте переходим к следующей битве. Тут осталось их сколько? 5. Где он? Ага, вот красавчик спрятался. Опять их тут трое. По-быренькому их разносим. Можно, в принципе, я не знаю, ребята, как вы считаете, напишите мне в комментариях, стоит вообще вот эти бои показывать или нет. Или их, может быть, мне просто вырезать и уже просто показывать, как я вскрываю сундуки. В общем, если что, отпишитесь. Или все-таки снимать, как оно есть. Все вот эти бои, отправление посылок, подарков и так далее и тому подобное. Просто тогда у меня серии сократятся практически вдвое, и мне придется объединять по 5-6 серий подряд. Там уже даже, можно будет сказать, тяжело понять, откуда что где взялось. Так, очередная у нас победа, ребята, и осталось всего их трое. Так, вот здесь один, вот он стоит. Сейчас мы его замажем. И ту двоечку раздеребаним, и в принципе у нас накопится довольно приличная сумма сундучков. Даже если с них будут падать одни ресурсы, это уже хорошо. Так, отличненько. А, я еще не забывайте, сейчас получу синий сундук за истреб... Ну, кто там опять меня навестил? Ага, крыса. Ну вот, наконец-то она сделала правильный выбор и напала на кухню. Ха-ха, а то обычно лазит где ни попадя. Так, мы еще, как я сказал, получим синий сундук за то, что мы отразили вторжение. Ну, а с синего сундука, как вы знаете, обязательно что-нибудь выпадает. По-любому, какая-нибудь или шмотка, или аксессуар, или оружие. Там уже будет видно. Так, ну что, все. Последний, по-моему, заход у нас остался, ребята. Давайте по-быренькому его сделаем. Да, последний заходик у нас. И тут у нас троечка. Мы их сейчас быренько разбомбим. И начнем с вами открывать сундучки. Самому не терпится, поэтому я и делаю, в принципе, этот аркафон без остановок, чтобы все потом сразу открывать и смотреть. Отлично. Очередная победа, очередной сундук. Вот, как я вам говорил, получил я синий сундучок. Все, на карте чисто. Энза. Так. С этих ребят ничего нам не поиметь. 47 32 тысячи 45. Да, почему-то как-то мало деньжат у ребят. Я не могу... Ага, 152 тысячи. Марча, великолепный, хотел написать, да? Ну давай посмотрим.
Ух ты! Ребята, вы посмотрите, у него всего 92 тысячи мощей. Я даже лечиться не буду. Так, завалю его. Тоже с рогой. Ну, я думаю, мы здесь его просто разорвем сейчас. Хлам. Так что, Марчо, извини. Ну, пришлось. Просто меня взял соблазн в твоих деньгах. Меня сейчас, как ты видел, там в тех сериях тоже накрыли по полной программе. Так что можешь не волноваться. 152 тысячи. Спасибо тебе, Марко. Так, итого у меня... Ух ты! 1 683 000. Шикарно. Может быть, еще какой-нибудь такой попадется мне? Нет? Давайте посмотрим по-быренькому. 49 тысяч. Это не то. 43 тоже слабо. И здесь 48. Да, как-то не айс, ребята. О, 63 тысячи. Это уже что-то. Давайте глянем. Это Рэмбо у нас. Ух, Рэмбо, наверное, тоже мы сейчас разбомбим. Без подлечки, без всего. Я даже еще, как видите, не потратил ни одной магии. Тут, как видите, исход ясен. Хотя, нет. Отхилы не помогут, потому что они уже упали. Все, молодец. Молодец, моя воительница разбомбила всех. 63 тысячи золотых мы получаем. И у нас уже приличная сумма. Практически, ну, еще чуть-чуть. И 1 800 000 у нас в кармане, ребята. Да. И 750 дерева. У нас уже даже перебор с ними. Так что все у нас хорошо идет. Да, вот только что будем делать? Наверное, столовку с вами будем апать, потому что у меня вечная проблема с яблоками, ребята, постоянная. Ну что ж, давайте глянем, давайте еще один бой с вами сделаем какой-нибудь. Накопим, как говорится, уже наши деньги недостающие и будем вскрывать сундуки. Так, давайте глянем вот этого вот, Бруно, 47, тут 45, а здесь 32. Ну, хотя бы 48-49 тысяч. Было бы, наверное, неплохо. Вот, 48. Это уже что-то. Давайте его по-быренькому разбомбим. И, в принципе, можно на этом будет остановиться. Так, родной, иди ко мне, пухленький. Оп, упал. Все, отдыхает. Нет, смотрите-ка, встал. Встал и что-то там пытается сзади мне бомбануть. Но не тут-то было. Так, и эти все маги тоже рухнули. Лежат все рядком. Отличненько. Наша победа. Мы получили бревна, которые, в принципе, нам уже не нужны. Деньги. И теперь у нас точно... Ай-яй-яй, елки-палки, да что такое-то? А, не хватило буквально чуть-чуть. Чуточку. Блин, я уже хотел поставить. Да. Придется, видимо, ребята, еще один бой провести. Потому что, как видите, не хватает у меня денег. Буквально... 4000 каких-то, а? Ну что ты будешь делать, а? Ну давайте, кому-то опять не повезет. Давайте вот этого Колю раздеребаним. Извини, Колюха, ничего личного абсолютно. И я даже бы не трогал тебя, если бы у меня сейчас хватало бы денег. Ну а так приходится просто-напросто. Вынуждает меня игра атаковать слабых игроков и отнимать у них деньги. Так, так. Ну что, вот теперь уже точно 100% нам хватает на апанье столовки. Мы все-таки будем с вами делать столовку. Да-да-да, я понял, мудрец. У меня на складе уже давным-давно полно много сундуков, которые я сейчас как раз-то и собираюсь вскрывать. Где у меня столовочка? Так, тут вроде все нормально, улыбочки только остались. Так, столовка... Блин, такой соблазн что-нибудь другое сделать, но нужна столовая, как ни крути, ребята. Сколько она будет делаться у меня? Один день, 4 часа. Ну, оно того стоит, поверьте уж мне. Так, забираем. Ух ты, тут у меня прогресс. Так, ну и все, да, кажись? Давайте забираем сундуки. Так, приговор магам сделали. Угу. И 14 сундуков, ребята. Можно сейчас просто смотреть и наслаждаться. Что здесь выпадет? Здесь у нас выпали ресурсы. А с этого... Так... О, печатка, ребята, выпала. Угу, для казначея. Довольно хорошо. Но пока, наверное, не пригодится. Магическая броня на 47 уровень. Ну что ж, тоже неплохо. Это лучше, чем просто получать ресурсы. Так, а здесь уже пошли просто деньги и дерево.
А в этом сундучке посох. Вот это хорошо, ребята. Восстанавливаю союзнику 5000. То бишь это хилу. Да, это надо будет, кстати, на заметочку взять. Пошел у нас следующий сундук. Ну, здесь только деньги. Деньги и ресурсы. А в этом тоже деньги и дрова. Что-то вроде так было много сундуков, и как-то они быстро так у нас заканчиваются. Даже глазом не успел моргнуть. И сумма почему-то во всех сундуках разная. Хорошо, когда выходит там 14 тысяч, а не 10, 9 или 11. Чем больше денег, тем лучше. Так. Ну и хорошо, что выпадают все-таки бревна. Ну вот и все, ребята, остался только синий сундучок. Мы сейчас глянем, что с него выпадет. О, на 20 уровень алхимика. Да, у меня таких пока нет еще, к сожалению. Что же мне вот с этим посохом-то делать? Я даже и не знаю, ребята. Ха-ха. Это, по идее, надо смотреть моих воинов. Давайте глянем. Так, что у тебя за сфера? Воскрешаешь ты, да? А у тебя... О, вот это вот слабенький, слабенький посох. Где у меня этот желтый, который я только что выбил? Естественно, надо меня... А, у него по урону меньше получается. Да. Но зато здесь крит 18. И все-таки отхил идет почти 6000 с копейками. Давайте наденем. Пускай он будет с ним пока ходить. Так, улыбочки забрали. Ну что, ребята, я даже не знаю, у меня один работяга свободен, ну, денег, как вы видите, уже нету, я на пределе. Так что ничего здесь особого сделать не смогу. Только лишь вот собирать вот эти всякие штучки-дрючки, улыбочки и то, что я успею поднакопить. Как думаете, стоит заказывать броню, а, ребят? Риск велик, конечно. Легендарка. Да, для легендарки опупеть сколько нужно кристаллов. Вот если бы у меня было прапанное, да, с 50 по 70, тогда бы был бы смысл делать. Этим, кстати, надо будет подзадуматься. И, наверное, будем мы апать скоро ее. Так, давай, иди сюда. Ну, наверное, и остальных ребят мы тоже сюда подтянем. Все, пускай они здесь у меня трудятся. А нужны они для того, чтобы оружие вышло как можно лучше при изготовлении крафта. Ну что же, ребята, наверное, на этом я буду завершать этот выпуск. Как говорится, мы с вами увидимся в следующих сериях. Тут уже у нас все будет развито, все собрато. И мы с вами продолжим проходить нашу любимую игру. А на этом все, ребята. Всем пока и удачи. И до новых встреч, естественно.